Друзья, всем привет от Даночки. Смотрите, как она прошлась на ножках. Ну, а теперь на все четыре конечности и разлеглась. Дана разлеглась. Такой мохнатый коврик. Вот, она любит попозировать. Это ж артистка. Она, в отличие от Магды и Дженни, не выступала на большой сцене, но сцена Тайгана тут тоже школа, будь здоров. А с ее природным талантом Даночка очень даже быстро стала популярной. Интересно, вспоминает она своего дружка Персика? Или он так ее достал, что уже Даночка и рада, что его убрали, переселили? Сейчас бы уже сверху на Дану налетел. Вот, хорошо, что у Даночки пальчики длинные, может доставать далеко. У орангутанов огромная сила, но, конечно же, с силой гориллы не сравнить. Гориллы — это просто гиганты с огромной силой. В день съедают по 18 килограмм еды. А своих противников, огромных весом, они просто поднимают и швыряют. Поэтому с гориллами мало кто связывается, даже из крупных хищников. Ну, а орангутаны тоже. Они живут такими семействами, и тоже особо их задирать не стоит, потому что более 100 килограмм у самцов, и сила тоже колоссальная. Зевает Даночка. Что ж, друзья, всем большой привет от нашей красотки.